Для того, чтобы хорошо спать и высыпаться, быстро засыпать, необходимо, чтобы в комнате была темнота, чтобы не было источников света. Часто в городах много света, даже в ночное время идет от фонарей, от других домов, где светятся окна. Поэтому, если у вас, допустим, на такой открывающейся двери нет возможности повесить жалюзи, а через шторы даже такие плотные все равно свет пробивается, особенно по утрам, и особенно противно, когда в 6, 5-6 часов утра в выходной день будет этот свет, то можно взять и повесить какую-нибудь простыню или пододеяльник, сложенные в несколько слоев. Вот я тут положил 3 слоя пододеяльник, и так вот его вешаю прямо на эту створку. Естественно, нужно створку предварительно сверху протереть, чтобы она не была грязной. Вот. И закрываю. Таким образом, у меня здесь полностью закрыто. И ничто меня не будет отвлекать ото сна. Спасибо большое за внимание. Если это видео понравилось, ставьте лайки. На моем канале много еще других полезных видео.